Всем здравствуйте! Буквально несколько минут назад стало известно о том, что артистка заболела пневмонией. Медики приняли решение о госпитализации Татьяны Догилевой, у которой поражены треть легких. 64-летняя актриса заболела неделю назад. Все это время Догилева пыталась лечиться дома, но ее состояние лишь ухудшалось. Прибывшие к звездной пациентке врачи настояли на госпитализации. В больнице у Татьяны Анатольевны обнаружили двустороннюю пневмонию, ее легкие были поражены уже на 30%. Сейчас в больнице обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение легких у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день, поделилась она. Напомним, в последнее время Догилева резко прибавила в весе. По словам актрисы, она расслабилась и перестала следить за внешностью, считая, что в этом ее возрасте нет необходимости. Я перешла в другую возрастную категорию и перестала бороться за молодость. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю, откровенничала она недавно в интервью. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.